Всем привет! Сегодня я хочу показать, похвалиться нашими посылочками с Алиэкспресс. Мы, значит, там выписывали лаки, полигели, блестки, ну там машинку. Вот, и в общем, у меня не было времени все это снимать, и я решила сегодня все показать. Вот, и в общем, в этот раз нам пришла посылочка из 3 лаков. Мы берем, стараемся брать вот эту фирму Вена Лиса. Нам она нравится. Лак густой, не растекается. Вот, в общем, взяли вот блестки в таких коробочках. Потом, значит, ранее мы брали лаки. Это гель-лак, в общем, розовый и такой голубой. Вот, в общем. И, значит, в этот раз мы выписали вот такой полигель. И, в общем, и он пришел вот с такой вот жидкостью. Я не знаю, как она называется. Дочери нет дома, и не у кого спросить. Вот, так как я не специалист, я не могу сказать, что это такое. Вот, ну, в общем, вот сделали мы в этот раз вот с этим полигелем вот такой маникюр. Здесь сверху лака нет, просто немножко блестками покрыли, и все. Очень такой ровный, хороший, красивый. Мне понравился. Вот. Вот. Я хочу показать цвет. Мы открыли. Уже накрасили. Лак не растекается. В общем, нам очень понравилось. Вот. Ну, в общем, вот такой вот лак. Неплохой, я бы сказала. Потом, значит, мы взяли еще вот такие блестки. Вот такие вот. Мы еще не пробовали, не красили. Просто открыли, посмотрели. И еще вот такие. Вот. Ну, в общем, вот такой вот лак и блестки мы выписали. Вот эти плафончики я хотела показать, я не смогла открутить. Мы вот этот открывали плоскогубцами. Они очень хорошо прикручены, добросовестно, можно сказать. В общем, их нужно открывать только плоскогубцами. Нам мужчина открывал их плоскогубцами. Вот. Мы даже не смогли сами открутить. В общем, очень хороший такой это лак. Это, ну, добросовестно, в общем, прикрученный. Потому что, когда едет по ссылке, он и так по-всякому, в общем, не вытекет. Вот. До этого мы вот выписывали, значит, с Алиэкспресс гель-лаки. Ну и не буду все показывать, просто вот так вот обширно покажу, и все. Они там дешевле, поэтому мы стараемся выписывать на Алиэкспресс. Потом, значит, мы выписывали вот такие кисточки. Вот. Это тоже с Алиэкспресс кисточки пришли. И хочу показать машинку. Вот такую машинку мы тоже выписали на Алиэкспресс. Я не буду писать цены, потому что это можно зайти, посмотреть. Но если кто захочет узнать, спросите в комментах. Я вам оставлю ссылочку, где в каком магазине мы это брали и выписывали. Машинка очень хорошая. Она хорошо обрабатывает накаточки. Вот это вот все старое, когда становится, очень хорошо убирает вот эта машинка. Вот. Ну, в общем, постаралась объяснить своими словами, так как я не специалист в лаках. У меня дочь занимается лаками. Ее сейчас нет дома, она уехала. Я просто попросила, чтобы она мне дала. Она мне дала вот лаки. Вот, и, в общем, это я снимаю. Ну, ладно, всем пока-пока.